Привет! Сегодняшнее видео посвящено моим покупкам из магазина Fix Price. По многочисленным положительным отзывам девочек, которых я смотрю, я прикупила лоск ароматерапия, длительная свежесть. Здесь, смотрите, такая огромная бутылка увесистая. Здесь 1 литр 460 миллилитров, производитель Henkel. Для повседневной стирки, также машинный и ручной. Один колпачок 85 миллилитров. Зависит от жесткости воды и от степени загрязнения белья. Удобно. Я уже отказалась практически от порошков, перешла на капсулы и на жидкие моющие текстуры. Мне они нравятся. Остается аромат на белье. Надеюсь, от этого продукта тоже будет оставаться легкий, приятный аромат. У него отдушка довольно интенсивная, яркая, цветочная. Рассчитан на 20 применений, цена была 199 рублей. В наших магазинах Fix Price их очень быстро разбирают, поэтому мне повезло, я считаю, и я прикупила еще один вид. Все то же самое, только аромат немножко другой и цвет. Это балийский лотос и белая лилия. Тоже рассчитан на 20 стирок. Аромат приятный, цветочный, очень яркий, такой запоминающийся. Поэтому накупила я много этих средств. Буду теперь стирать. Мне хватит надолго. Очень довольна. За 99 рублей приобрела Colgate Plax, кора дуба и пихта для десен. Помогает предотвратить воспаление и кровоточивость десен с натуральными экстрактами. Свежесть между чистками. Я по возможности чищу зубы, наверное, раза три в день, если есть такая возможность. Особенно после кофе, после каких-то, знаете, типа таких продуктов, как орехи. И если нет возможности почистить зубы, то вот такие мне помогают ополаскиватели. Люблю Colgate, он не жжет полость рта, он не такой ядреный, но хорошо очищает. К тому же дополнительно заботится о деснах, это только плюс. К сожалению, мне не подходит листерин. Я его пробовала, у меня девочки спрашивают, почему я никогда не покупаю ополаскиватель листерин. Девочки, он мне очень жжет полость рта. Для меня он очень активный, агрессивный. Поэтому, к сожалению, я его не беру, а беру вот что-то какие-то другие. Здесь большой объем 500 мл, здесь он запечатан, что тоже очень хорошо. И 99 рублей это приемлемая цена, потому что в других магазинах он стоит намного дороже. Так, теперь давайте... вот еще вам покажу жидкость для снятия лака. Вот это вот у меня уже пустая баночка, к сожалению, от Lavelle Collection жидкость для снятия лака исчезла из магазина Fix Price. Я не знаю, где ее покупать, вот это уже пустая баночка. И моя повторная покупка, это вот новая восстанавливающая жидкость для снятия лака, здесь 250 мл. Ацетоном она не пахнет, она пахнет такой, знаете, парфюмерной отдушкой. Не совсем приятной, такой навязчивый, отталкивающий, но хорошо она стирает лак. Яркие какие-то красные, бордовые цвета, поэтому это уже моя повторная покупка именно этой баночки. Поэтому купила еще одну, стоит она 55 рублей, здесь большой объем. Ну, надеюсь, что нашла я хорошую замену жидкости от Lavelle. Так, дальше покажу вам новинку. В магазине Fix Price появился новый производитель, Республика Татарстан, город Казань. Новая марка Kea 365. Смотрите, это очищающий гель для умывания и снятия макияжа. Я купила для нормальной комбинированной кожи, в линейке был для сухой и чувствительной кожи. Здесь большой объем 245 миллилитров, удобная помпа дозатора. Мне понравился тем, что он не очень жидкий, как это обычно бывает, средняя густота. Надеюсь, будет хорошо работать. Я попробовала его отдушку, отдушка приятная, не сильная, приятная, нормальная отдушка, но посмотрим. Смотрите, содержит аха-кислоты и экстракт бамбука. Так, давайте мы заглянем в состав. Так, состав здесь тяжело, да, прочитать, потому что неплохо видно.
Интересен он также тем, что подходит для снятия макияжа с глаз и губ. Аха-кислоты стимулируют обновление клеток кожи, улучшает цвет лица и текстуру. Угу. Будем пробовать на лето. Мне кажется, просто замечательно. Его цена была 55 рублей. Еще один продукт косметического сегмента – это гель для ног, охлаждающий от компании «Домашний доктор». Это у нас производство «Украина». Облегчение для уставших ног с ментолом охлаждающий. Вот это меня заинтересовало, потому что сейчас состав вы видите, потому что сейчас очень много провожу времени на ногах, на каблучках, на платформе, поэтому ножки устают, много бегают. Здесь объем 250 миллилитров, кстати говоря. И такие средства я люблю. Здесь содержится, ну, где-то ближе к началу списка ментол, поэтому я надеюсь, он будет хорошо ножки охлаждать, снимать вот это неприятное чувство усталости. Продукт, как вы видите, зафольгирован, что тоже хорошо. Мне кажется, когда-то давно компания Эльф уже продавалась в фикс-прайсе, я что-то даже брала. Ну, не знаю, смотрите, какая у него плотная текстура. Так, хочется туда пальчиком залезть. Так мы сразу ее пальчиком и не возьмем. Смотрите, нужно подковыривать. Да, очень сильно пахнет ментолом. Таким, знаете, такой ментол, бьющий в нос, я бы даже сказала. Поэтому для ножек это хорошо. Вот я на руку нанесла, у меня уже пошел охлаждающий эффект. Да, ярко выраженный аромат ментола. 99 рублей стоил этот гель. Буду с удовольствием пользоваться. В линейке был еще представлен гель винотоник. Ну, не знаю, посмотрю. Пока, наверное, остановлюсь только на этом. Далее тоже пойдем по новиночкам. От компании Wilson Cosmetics я приобрела пантенол Forte. Это крем для рук, ног и тела с пантенолом. Также имеет охлаждающий эффект. Содержит пантенол, гиалуроновую кислоту и масло ши. Здесь объем 95 мл. Состав вы видите. И я думаю, что многие знают полезные действия пантенола на кожу. Глубоко увлажняет, восстанавливает. Я купила, чтобы использовать после длительного пребывания на солнышке, когда вы приняли душ, хочется кожу чем-то таким более насыщенным, более глубоко восстанавливающим намазать. Поэтому это средство для меня должно быть обязательно, подходит для ежедневного ухода за кожей. Также обещает нам дополнительно неплохо охлаждать кожу. Так, была коробочка, вот так выглядит сама баночка. Здесь 95 миллилитров. Сейчас в летний период это как нельзя кстати нужный продукт. Его цена была 55 рублей. Буду с удовольствием пользоваться. Так, девочки, мальчики, из новинок я увидела вот такую штучку. Это никотиновая кислота для волос от компании Мирола. Обещает нам рост волос, укрепление корней и восстановление в объеме 65 миллилитров. Вы знаете, я прям даже удивилась, потому что в свое время в других видео по уходу за волосами я вам рассказывала, как я в аптеке заморачивалась, покупала никотиновую кислоту в стеклянных ампулах, отрывала носик, наносила на корни волос. И сейчас я увидела вот такую прелесть в таком удобном исполнении. Я думаю, боже, почему я раньше ее не видела? Смотрите, кому интересно, то ознакомьтесь, зачем нужна вообще никотиновая кислота и как она полезна, эта группа витаминов В3, да, и как вообще витамины группы В полезны для нашего женского здоровья, красоты волос, ногтей, кожи. Вы можете с этим ознакомиться. И способ применения. Я уже не выдержала, уже сразу как приобрела, уже это средство использовала. Смотрите, способ применения. Наносим на чистую кожу головы, девочки, на чистую. То есть вы помыли волосы, высушили волосы, разделили волосы на проборы и распределяем это средство
прям по проборам. Не просто распределяем, а еще как бы вмассируем, да, вбиваем в кожу головы и не смываем. Используем один раз в 3 дня. Рекомендуемый курс 14 процедур. Также здесь меры предосторожности. Не избегает попадания в глаза и может появиться сильное жжение, покраснение. Это нормальная реакция. То есть покалывание, покраснение – это нормальная реакция. Девочки, я уже попробовала. Что хочу сказать. Здесь очень удобный носик. Но средство очень жидкое. То есть это практически водичка. Поэтому, пожалуйста, девочки, кто будет пользоваться, аккуратно. Избегайте попадания в глаза. У меня случайно это средство, когда я зону прорабатывала, вот челки, виски по пробору, у меня случайно вот капелька стекла по щеке, ближе к уху, вот по щеке, и вы знаете, осталась такая на коже красная полоска, как красная такая вот борозда. Я сначала сразу тут же умыла, смыла, но, скажем так, раздражение это на коже осталось в течение, наверное, 3 часов. Оно не щипало, не горело, но просто такая красная полоса на коже лица. Я так думаю, что на коже головы тоже такое покраснение. У меня было легкое покалывание в тех местах, куда я нанесла эту кислоту. Использовала я пока один раз именно эту никотиновую кислоту, но, конечно, все нужно делать курсом. Потом уже в пустых баночках расскажу свое окончательное мнение. Но вообще никотиновая кислота очень полезна для волос, поэтому присмотритесь, вы можете приобрести в фикс-прайсе. Кстати говоря, она стоила 77 рублей. Можно купить в аптеке ампулу. Это уж кому как удобно. Меня эта новиночка заинтересовала, поэтому я вас предупредила. Просто будьте аккуратны и смотрите, не допускайте ни в коем случае попадания в глаза. Так, с косметическими продуктами мы закончили. Хочу показать мой любимый кофе. Это Chiba Gold Selection, 55 рублей он стоит. Показываю его уже многократно. Здесь 40 грамм, очень вкусный кофе. Удобно брать с собой на дачу, в поездки, в путешествия. Не разобьется. И цена 55 рублей очень приемлема. Ну и куда же кофе без сливок? Купила я пачку сливок от Кампино, стерилизованные питьевые, 10% сливки стоили 27 рублей 50 копеек, срок годности у них хороший. Здесь у нас 10 штук по 10 грамм, состав нормализованной сливки, изготовитель компания Кампино, Московская область. Обязательно нужно взять еще несколько пачек. Бывают случаи, что закончилось дома молоко, а я предпочитаю кофе пить с молоком, поэтому приходит на выручку сливки. Это все, что я вам хотела показать сегодня. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока!